Despre următorul nostru invitat am aflat întâmplător, dar la sigur este cel mai activ profesor de fizică pe care îl cunosc. Nu, nu de educație fizică, deși la câte călătorii a făcut la viața lui, aș spune că nu greșesc deloc. Este pasionat de tot ce e nou. Nu i-a fost frică să se mute cu traiul în Algeria sau Coreea. Iar acum, la cei 70 plus pe care îi are, are și 70 de țări vizitate și continuă să se aventureze făcând schi sau diving. Îi spunem bună seara domnului Mihai Nazarov, un om pe care eu sunt tare fericită să-l cunosc. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit! Mulțumesc! Domnului Nazarov este mai comod să vorbească limba rusă, dar ne înțelegem. Asta da. E cel mai important. Da. Am aflat despre dumneavoastră și chiar e adevărat, în 70 de țări ați reușit să călătoriți în viața dumneavoastră? Da, именно так. Больше 70 стран посетил. Prima călătorie. Îmi dau seama că a fost în tinerețe, alte timpuri. Первая страна, которую я посетил, это была Польша. Значит, когда я был студентом Московского государственного университета, я учился на физфаке, в то время еще при Советском Союзе у нас был обмен студенческими строительными отрядами. Поляки приехали работать в Советский Союз, а наш отряд МГУ поехал работать в город Ольштин. И вот после того, как мы месяц работали, строили дом, после этого где-то месяц на заработанные нами деньги нас возили по стране, рассказывали, показывали все. И вот таким образом это была моя первая зарубежная поездка. Да, это был 1969 год. Îmi dau seama că țările din sfera CSI ușor de ajuns în ele. Totuși, cea mai îndepărtată țară în care ați fost, care e? Ну, после этого, в общем-то, я посетил много стран как научный работник. Были конференции, международные симпозиумы в разных странах Европы. А потом мне предложили работать 3 года в Алжире. И, Африка. Да, это Северная Африка, Алжир. И вот там я провел 3 года, замечательных 3 года. Мы были там всей семьей. Atunci deja aveați familie. Ați mers împreună cu soția și aveați copii la vremea da, aia. Da, у нас двое детей, сын и дочка. И вот мы 3 года провели в Алжире. Я преподавал физику. Dar în ce limbă predați atunci? Limba franceză. Limba franceză. Da. Vous parlez en français. Je parle français. Je parle anglais aussi. Păi, asta vreau să zic și eu. Și engleză. Pentru că ca să călătorești în lume, trebuie să știi măcar vreo 2 limbi de internaționale ca să te poți descurca. Algeria. E o țară care v-a marcat pe dumneavoastră și ca familie. Că ați făcut acolo lucruri pe care în Moldova nu era să le faceți. Нет, в Молдове это несколько было людей, вот преподавателей из нашего... Я работал тогда в политехническом институте, сейчас он Технический университет Молдовы называется. Ну и, наверное, я был один из первых, кто поехал в Алжир. Ну, это было необычно. Это был 78-й год, с 78-го по 82-й год. Вот. Но интересно было работать, и интересно преподавать, и очень много нового я там узнал. И мы поездили по стране, проехали всю Сахару, в общем, кроме того, что мы... Ну, детям тогда было 5 лет и 7 лет. Дочка пошла там в 1 класс в Алжире. Вот. А сын еще до школы был. И вот с этого... Или после этого начались уже наши путешествия по всему миру, я бы так сказал. Așa, pe mine m-a uimit faptul când am aflat că ați muncit în Coreea la una dintre cele mai mari companii din lume. Da, это так. Значит, было все это следующим образом. Мы участвовали в международной конференции в Бухаресте по физике. У меня жена тоже физик, и мы вместе представляли там доклады.
И к нам подошли румынские наши коллеги и предложили сделать совместную с ними работу, с которой мы выступали в Брюсселе на конференции. После доклада корейцы заинтересовались этой работой, сказали, что их тематика очень интересует, подходит им. Диспетчера? Это работа, связанная со светодиодами, с применением светодиодов в освещении телефонов, телевизоров. В общем, вот такая работа была. Asta cam prin anii, cât au fost? 80 deja? În ce timp suntem? Это было 2002-2003 год. Маяком. Вот. И сначала предложили поехать на один год. Аша. Вот. Но потом, как это часто бывает, предложили поработать на фирме Samsung. Это известная фирма в Сеуле. И там я задержался на 10 лет. 10 лет, потому что был востребован, потому что они, может быть, очень ценят мозги, может быть, ценят очень те знания, которые дал физфак, и оказался востребованным специалистом. И вот так вот проработал там 10 лет в Южной Корее. И фамилия была у вас? Да. Дети уже подросли, они уже остались здесь, а с женой мы вместе провели все это время. И вот тогда, работая на Samsung, была возможность ездить тоже по всему миру на различные симпозиумы, выступать. Мы объехали всю Азию, фактически Южную Азию. Это и Индия, и Китай, и Япония, и Филиппины, и Сингапур, и Малайзия. Короче говоря, очень много стран. И во многих странах предлагали, после того, как я закончу контракт на Samsung, поработать у них. В результате я принял приглашение от Малайзийского университета. И после Кореи мы еще год работали и жили в Малайзии. Это... Uite, vă dați seama, acum cu toții vor să fie travel blogger și doar asta își imaginează, dar iată cum mai poți să călătorești în lume și să vezi atâtea țări. Să fii om de știință, să ai carte, să predai la universități, să fii căutat de unele dintre cele mai puternice și prestigioase universități din lume sau de unele dintre cele mai bogate companii din lume. Sunteți un exemplu că poți să călătorești doar cu ce ai de aici, nu neapărat ce ai de aici. Exact, exact. Вот. Ну и вот это все благодаря физике, благодаря тому, что наши специалисты там были востребованы в этих странах. Мы многое сумели там и сделать, и повидать, и поездить, и посмотреть. И если мы путешествовали, вот работая, допустим, в Корее или в Малайзии, в какую-нибудь страну, ну, предположим, там конференция в течение недели, то мы обычно еще задерживались на недельку, чтобы посмотреть страну ту или иную. И вот таким образом, я бы сказал, это называется научный туризм, когда сочетаешь приятное с полезным. Браво! Uite, și dumneavoastră faceți și plăcut și util. Ați scris 15 cărți? E adevărat sau aveți mai multe? Sau mai puțin? Mai multe. Mai multe. Сейчас, на сегодняшний день, где-то их около 40 книг. 40 de cărți. Из них 5 книг – это чисто научных, по физике. Așa. Причем некоторые книги, они издавались в Америке, издавались в Сингапуре. Одна книга на румынском языке была издана, это в Кишиневе. Браво! Вот. А часть книг была посвящена вот нашим путешествиям. Это были гиды по отдельным странам, по столицам, где мы были. Несколько книг художественных, в том числе на исторические темы, на... В Египте мы очень много раз были. И вот о фараонах Египта у меня есть такая художественная книга.
В Словакии мы когда были, я познакомился с биографией Беньковского. Это тоже очень интересная личность. И потом прочитал много, написал тоже художественную книгу о нем. А большинство книг, вот, которые я писал, это по нашим впечатлениям о наших поездках. То есть я описывал те или иные страны, описывал маршруты с большим количеством фотографий. И вот этот процесс продолжается, потому что я сейчас работаю над двумя большими книгами о Франции. «Во плаче Франца». Да. Ну, так и «Во плаче лима франчезе». Да. И, во-первых, мы во Франции и жили какое-то время. «Шакон отстроит». «Дан Молдова кынтроит». «Да кому же кон». Да. И это очень интересная страна во всех отношениях. И там был несколько раз на конференциях, был у знакомых по приглашению. Мы много путешествовали по Франции, и сейчас у меня есть знакомые коллеги, с которыми мы вместе вот пишем «Путеводитель по Парижу». Одна из книг скоро выйдет. Перфект. Știu că părinții dumneavoastră s-au cunoscut pe muntele Elbrus. Ați fost cu soția acolo, copiii dumneavoastră au fost acolo și acum și nepoții dumneavoastră. 4 генераций те отчест мунте. Вы все знаете. Все было именно так. Тут тоже очень интересно получилось, что есть несколько линий, которые объединяют всю нашу семью. Значит, первая линия, что моя жена, я, наш сын, наша дочка, все окончали физический факультет МГУ, и все мы физики. Это одно направление. Второе направление, так получилось, это связано с Эльбрусом. Вот то, о чем вы меня спросили. Потому что у нас тоже так интересно получились. Мои родители познакомились в путешествии на Эльбрусе. Это был 1938 год. После этого, когда я уже появился на свет, подрос, заинтересовался. Родители показали старые фотографии, у меня они сохранились. И после этого я сам уже, еще студенческие годы, тоже загорелся таким желанием подняться на Эльбрус. А потом мы с женой моей тоже встретились на Эльбрусе. И приняли решение пожениться после этой встречи на Эльбрусе. Когда родились у нас дети, и дети уже выходили замуж и женились, у них тоже это все связано было с Эльбрусом. Есть un punct acolo energetic ceva, așa? Наверное так. И вот сейчас наши внучки, они уже продолжают нашу традицию и катаются на лыжах с Эльбруса. Так что вот Эльбрус нас всех как-то объединил, соединил. Так получилось. Împreună cu soția ați făcut 50 de ani de căsătorie. В прошлом году, в августе, мы отмечали наше 50-летие. Это было очень неожиданно и приятно. Мэр Кишинева нас пригласил в парк, где все, кому исполнилось 50 лет, там было много супружеских пар. Вот там мы провели приятный вечер и нас поздравили, вручили нам дипломы такие. Памятные. Так что это мы. Я мы треб, да, фамилия dumneavoastră, se vorbește despre fizică tot timpul? Dacă tot știu unul, dar не poate lor ce le place, tot fizica sau o lecție în altă direcție? Нет, что касается разговоров о физике, то в основном это связано с работой. Я продолжаю сейчас работать еще в Институте прикладной физики. И у меня такая сейчас интернациональная международная группа. Да, а кум технология, на которой ац контрибуит и dumneavoastră, să o avem, ne ajută să fim aproape de atâția oameni în doar câteva secunde. Este uimitor. Sunt unii copii de 30 de ani, că așa le sunt copii, care nu au atâta poftă de viață, и де лукру, как авете dumneavoastră. Вы понимаете, сейчас проблема в том, что просто не хватает времени на все. Хочется и что-то узнать, и что-то посмотреть,
и куда-то еще съездить, и по работе хочется что-то сделать, и книжку еще какую-то написать. И вот если так целеустремленно работать, во-первых, и жизнь будет интересной. Да, и спортом надо заниматься. Мы каждый день ходим и тренируемся в плавании. Каждый день мы, и я, и жена, по километру мы плаваем. Угу. Каждый день. Браво. Для того, чтобы себя поддерживать вот в такой физической форме. Un fizician știe că trebuie să te menții în formă fizică bună, da? Pentru că condiția fizică, în primul rând, afectează ce e aici. Dar dumneavoastră lucrați cu ce e aici? Так вот, я это читал, и я это на собственном примере в этом уже убедился, чтобы поддерживать вот какой-то жизненный тонус, надо обязательно работать мозгами, шевелить мозгами, и надо обязательно поддерживать свой организм в хорошей физической форме. Потому что если лежать целый день на диване и плевать в потолок, ничего интересного не будет. Так что это не секрет. Да, я вам скажу секрет. 76 дней. Пытать сама. Пусть не фиц дедеоть. Фачете дайвинг. Cu toate că дайвингу este un спорт destul de periculos. Е да. Un спорт экстрем. Да, ну у меня вообще хобби к экстремальным таким видам спорта. Это горные лыжи. Это дайвинг. Действительно, мы стараемся каждый год съездить на сейчас Красное море и поплавать с аквалангом. Ну и снорклинг, это когда только с трубкой и с маской плаваешь. Это, кстати, у нас появилось, когда мы жили и работали в Малайзии, там же Индийский океан, возможностей очень много, плавали каждый день. Ну вот это возникло оттуда. Дар скиурили? Să faceți schi de unde aveți pasiunea? De pe munte? Da. De pe Elbrus? Da. Înseamnă da. Că de mic știați să schiați. Da, 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 da. Здесь вот, что касается лыж, что мы начинали с Украины, Буковель, Закарпатье, там Славское в свое время. Потом освоили румынские Карпаты, это Синая, Предел, Брашов. Потом лет 10 мы, наверное, ездили в Болгарию. Банска, Помпорово, хорошие курорты, интересные. Но начинали мы тоже с Эльбруса. То есть первые наши поездки на лыжах, это был Домбай, это был Терскол, это Азау, Архыз. Вот это вот Кавказ мы в свое время, еще в студенческие годы, объездили. Каждый год стараемся кататься, и уже у нас где-то, ну, опыт больше 50 лет на лыжах. Doamne, 50 de ani de experiență de a merge, de a te da cu schiurile. Mie îmi place snowboard-ul. Eu, un pic, ați încercat snowboard? Snowboard, я знаю, что это такое. Но если выбирать, я предпочтение отдаю лыжам. Ну, тут уже у каждого свои вкусы. Да, фиекare are пасиунele lui. Да, да, да. Dar dumneavoastră, o altă pasiune e colecția impresionantă de scoici. 400 de scoici aveți culese de prin toate mările și oceanele. Da, примерно так. Около 400 раковин уже в нашей коллекции сейчас есть. И мы у нас дома открыли музей морских раковин. По секрету это я вам скажу. Это очень интересно. Есть такая наука, конхеология, которая занимается исследованием морских раковин. Это началось, наверное, в Алжире еще, когда мы были на Средиземном море. Мы приобрели нашу первую большую раковину, тритон такой красивый, интересный. И он нам так понравился, запал в душу, что уже потом, в последующие везде поездки, а мы были, ну, во многих тропических странах отдыхали, там и работали, и там океаны, Индийский океан, Тихий океан, возможностей было очень много. И в каждом месте мы старались какие-нибудь новые экземпляры, сувениры найти, потом их описать, потом их обработать. И вот это украшает очень жизнь. Когда каждый день мы можем смотреть на эти красивые раковины, ну, отдыхаешь и душой, и телом. Să știți că a fost o plăcere să vă descoper pe dumneavoastră ca om. Cred că studenții sau oamenii care au ocazia să interacționeze cu dumneavoastră sunt niște oameni norocoși. Dacă duceți lipsă de inspirație și de motivație, iată unde o puteți.
puteți găsi. Domnul Nazarov, multă sănătate, multă putere, vitalitate, să le faceți pe toate, să ajungeți unde vreți și să trăiți așa cum vă doriți. Mulțumesc frumos! Pe această notă pozitivă încheiem emisiunea noastră și venim cu acest îndemn. Nu găsiți nicio scuză. Căutați soluții. Aveți de la cine prelua exemple. Lumea este foarte mare. Și atunci când cunoști lumea cea mare, în primul rând te cunoști pe tine. Vreau să vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi. Sper că v-a plăcut călătoria noastră. Noi ne revedem tot aici, cu multe, multe vorbe bune.